Какая ухоженная девушка. Какая-то очень серьезная. Такая вредная, наверное. Денис, как себя Ника вела? Рассказывай. Ника прекрасно себя вела. Что-то она очень серьезна. Ну да, я не знаю, что с ней. По такому виду сразу же кажется, что там депутатский значок появился. Покажи ее же, новую теперь. Прямые волосы. Я в шоке. Честно. Я всегда носила кучерявые волосы, но я смотрю, что с прямыми волосами мне тоже хорошо. Мне не привычно абсолютно все. От макияжа до прически. Глаза стали более выразительные. Такой макияж я себе не делала никогда. Ты видишь, как измененная форма бровей меняет сразу лицо. Совершенно другой взгляд. Мама-мама-мама-мама-мама. Мама-мама-мама-мама-мама-мама, Ника, Моника Белуччи. Ника, повезло тебе, так повезло. И с мастером, и с нами, и со стилистом. Теперь главное, чтобы ты сделала счастливыми своим появлением, своих друзей. Давай поедем к ним, покажемся вот так. Мои друзья и родственники просто обалдеют, когда меня увидят. Поехали, Моника Белуччи. С удовольствием. Ура, товарищи, Моника Белуччи. Каждому СТО. До свальма не теперне пасти, я змінився, я прокинувся, я встав. Мне кажется, перед нами предстанет настоящая леди в платье с локонами, красивая, шикарная Ника. Что, вопреки всем ожиданиям, Ника предстанет перед нами абсолютно не такой, как думают все. Мне кажется, это будут какие-то кресты, черепа, вызов обществу. С нее сделают настоящую королеву внешне. Это будет нежный цветок, который раскрылся из бутончика, сделался красивым, роскошным цветком. Может, покрасят ее блондинку. О, сколько девчонок, сколько блондинок. Здравствуйте, брюнеты, главное, какие все красивые. Мы целый день провели в компании с вашей подружкой. Мы постарались сегодняшний день для нее сделать особенным. Показали ей совсем другой взгляд на себя. Теперь ваш черед оценить то, что в результате получилось. Давайте сейчас позовем Нику, ну и будем громко хлопать. Ей это сейчас очень нужно. Засветились, она какая-то счастливая уже сейчас. Я так же счастлив, как и она. Она просто гламурная какая-то чика стала. Вот так чтобы всегда теперь ходила. Ей очень идет, во-первых, это платье, потому что те комбинезоны, которые она носила раньше, они просто ее уродовали реально. Мне очень приятно, что мои друзья оценили и сказали, что еще лучше, чем было. Я безумно счастлива. Спасибо большое, что прокачали мою Нику.